Доброй раніцы. Інфармацыйная служба тэлерадыёкампаніі «Гомель» пачынае сваю работу ў эфіры. У студыі для вас працуе Евген Пабалавец. Сёння ў Гомелі пройдзе пасяджэнне абласнога выканаўчага камітэта. На парадку дня пытанне нарыхтоўкі кармоў і ўцягнення ў абарот маёмасці, якая не выкарыстоўваецца. Апрача таго, удзельнікі пасяджэння прааналізуюць эфектыўнасць праводзімай работы па стварэнні новых вытворчасцяў і працаўладкаванні на іх жыхароў рэгіёна. С початку года в Гомельской области открылись 390 предприемств и организаций, у тым ліку 114 у промысловой сферы. Працоўныя месцы на новых субъектах гаспадарання атрымали амаль 1400 человек, что нават больше, чем планавалася. Разом с тем, у палове районов в области адпаведное задание пакуль не выконывается, а у некоторых колькость працующих на новых предприемствах нават скорочается. Подробязный репортаж глядите у наших наступных выпусках. У Гомеля удакладняли на кірункі развіцця дашкольнай і сярэдняй адукацыі. Напярэдадні запланаванай на 27 жніўня абласной нарады педагагічных работнікаў для спецыялістаў галіны арганізавалі 9 тэматычных секцый. На іх кожны мог выказаць свой погляд на існуючыя ў галіне праблемы. С прапановамі настаўнікаў азнаёміўся Олег Сінцюроў. До первого школьного звонка у новом научальном годе остается всего один тыдень. Заразумело, унести некие значные коррективы у научальный процесс за этот час немагчимо, да и в этом нема необходимости. Ось ознайомиться с лепшими напрацовками, которые у любой момент можно выкарыстать на практике, николи не поздно. Сярод 300 удзельнікаў педагагічных чытанняў, кіраўнікі і методысты аддзелаў адукацыі, установ дашкольнага выхавання, настаўнікі. Увогуле падобныя мерапрыемствы перад абласной жнівеньскай нарадай на Гомельшчыне праводзілі і раней, але ў іншым фармаце, той жа відэаканферэнцыі, напрыклад. Сёлета вырашылі сабраць усіх разам, так больш эфектыўна вырашаюцца існуючыя праблемы. Не тое, каб на Гомельшчыне яны былі вельмі значнымі, але працаваць над чым ёсць. Если рейтинг области по качеству образования достаточно высокий в республике, мы занимаем лидирующие позиции и входим в тройку лучших и на ЦТ, и на Олимпиадах, то конкретные школы, конкретные районы не срабатывают в этом направлении. И поэтому здесь нужно работать точечно. Далеко не все использованные резервы, связанные с занятостью детей, с работой в субботний день, с организацией объединений по интересам кружков, работы с детьми-сиротами. Сярод выказанных за увах довольно значная колькость помпезных мероприемств, которые, по словам самих наставников, проводятся больше для картинки и не оказывают никакого становчего уплыва на научальный процесс. Певных корректировок потребует и учебная программа. Особливо это тычется замежных мов, где досконало выучают грамматику, але не шмат кто здольный после закончения установы на этой мове свободно размовлять. А прича того, нехто лечить иснующие программы занадто складанными и крестается подручниками советских часов, особливо по так званых докладных предметах. Физицы, це и математицы – особная размова о профессийной подготовке наставников, позиция областного управления эдукации, их необходимо учить на протягу всей работы. У речи шмат кто звольняется с посады по причине миновитой отсутности необходимого опыта и, как следство, незапотребованности. Особливая увага – теме замацавания специалистов, хоть тут думки практически однодушные. Перш за все необходимо робить ставку на местовых уродженцев. Это позволяет снять ряд проблем. Проблема с жильем, проблема с адаптацией молодого специалиста. Когда человек приходит в свой коллектив, в свой родной район, когда рядом близкие, когда рядом родные, когда он может рассчитывать на помощь. И поэтому я думаю, что здесь это одна из задач, когда надо именно на педспециальности отправлять своих же учащихся. Усе пропановы, выказанные по часу работы педагогичных секций, по областным управлению эдукации обещают уважливо проанализовать и вынести для обмеркования еще раз. Уже на 27 жнивня у Гомеля запланована областная нарада работников галины с уделом керовництва в области и представников Министерства эдукации. Олег Сентеров, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». Падтрымка інстытута сям'і – адна з прыярытэтных задач социально арыентаванай державы, асабліва, калі размова ідзе пра шматдзетныя сем'і. Простые рецепты. Доброчинный проект с такой назвой – один из яскравых прикладов этому. С подробязностями Катярины Жданович. Реализация доброчинного проекта «Простые рецепты» отбылась по инициативе Гомельской областной организации Белорусского союза женщин совместно с Гомельским комбинатом школьного харчевания. У приоритете организаторов – поддержка шматдетных семей региона. Идеи, они идут от жизни, от общения с людьми, от желания творить хорошее, доброе. Мы хотели сделать такой теплый, душевный семейный праздник, чтобы те семьи, которые сегодня придут к нам на мастер-класс, поделились своими простыми рецептами своего счастья, своего семейного счастья, счастья воспитания детей.
Проект отрымался не просто партнерским, але и международным, да и формат довольно незвычайный. Итальянский бизнесмен Джорджо Паролло, який больше за 6 годов проживая у Гомеля, стал удельником кулинарного майстер-класса и поделился своим рецептом приготовления итальянской пасты. У якости помощниц по кухне шмадетные мать из Гомеля. Макароны твердых гатунков, помидоры черри, оливковый олей и базилик. Довольно простые ингредиенты, однако для смачной стравы только этого недостатково. Если человек готовит с удовольствием, и для тех людей, которые он любит и уважает, все будет вкусно. У якости запрошенных на свято 6 шматдетных семьев, у каждой из которых от 4 до 7 детей. И они и оценивали на смак приготованную пасту. Але головное не страва, а справа. И коли размова про доброчинные проекты для детей, национальность ниякой роли не играет. Белорусы – это люди. Это хорошие, добрые, гостеприимные, адекватные, умные люди. И это самый большой плюс, и это самые большие преимущества, которые имеет страна. Что касается отношений Италии и Беларуси, можно сказать, что она один из самых плотных и теплых, которые вообще есть. Напередодні навучального года будущие першокласники отримали школьные портфели и подарунки от партнеров проекта. У свою чергу удельники свята подяковали организаторам творчими номерами и поделились простыми рецептами своего семейного счастья. Да, все очень вкусно, нам понравилось. Большая семья – это не тягость, а наоборот опора. И когда в государстве большие семьи, то и государство крепче становится, потому что семья – это само по себе государство. У организаторов есть надеи на то, что этот доброчинный проект отримает протяг. Бо головная мета была достигнута – добрые эмоции и счастливые очи детей. Катерина Жданович, Сергей Лукашук, Дмитрий Радянко, телерадиокомпания «Гомель». По протяг темы. Доброчинную акцию «Сберем школьный портфель» ладить Гомельское областное отделение Белорусского дитячего фонда. Организаторы провели урочистую церемонию вручения вучням головных атрибутов школьного життя. Для детей, яким потрібна допомога у подрыхтоўцы до школы, областное отделение дитячого фонда с 2003 года збирает все необходимое для навучання. Каб подарить школьникам свято, навученцы и их семьи запросили на урочистое мероприемство в аутульную залу. От коллектива предприемств и организаций дети из Рахачевского, Калинковского, Речевского и Гомельского районов отримали портфели, яких, до речи, с початку акции собрали каля 130. Мероприемство протягнуло займальная музычная программа с урушением почастунков. Когда мы обратились поддержать нашу акцию, и акция стала брать другое направление, мы немного растерялись. Но когда она стала общереспубликанской, мы когда поняли, что вся республика, все белорусские люди, которые неравнодушны к судьбам детей, к проблемам детей, подключили и стали собирать пожертвования, собирать деньги, собирать школьные принадлежности, рюкзаки, чтобы детки были счастливыми, чтобы они 1 сентября пришли в школу и получили удовольствие так же, как их сверстники, что у них не было вот этой проблемы, что они раньше ходили с пакетами. Эту проблему мы ее увидели, поэтому мы ее и подняли. Тем часом город над Сожем протягивает рыхтоваться до проведения международного фестиваля хореографичного мастерства «Сожский карагод». Одна из его самых яскравых подей – открытый сусветный турнир по спортивных бальных танцах «Золотая рысь». У Гомельском гарвыканкаме напередодні отбылась пресс-конференция по питаниях организации мероприемства. Подробности конкурсной программе у материале наших корреспондентов. 17 и 18 вересня открытый сусветный турнир по спортивных бальных танцах «Золотая рысь» збере у Палаце гульнявых видов спорту лепших танцоров с 13 краин близкого и далекого замежа. За першинство яны поспрачаются у двух конкурсных программах – латиноамериканской и европейской. Свои уникальные здольности удельники этих масштабных и видовищных споборнистов все это будут демонстрировать у 6 узростовых группах – дети, юниоры 1, юниоры 2, молодь, дорослые и сеньоры. Самыми юными представниками споборництва станут хлопчики и девчонки в возрасте 4 годов, а наибольш досвеченными – от 40 до 60. Судить конкурсные выступления будут члены журы с 13 краин света. Это были идеющие танцоры, тренеры-профессионалы своей справы со шматгодовым стажем судейства за плячима. Плануется, что все лето открытый сусветный турнир по спортивных бальных танцах «Золотая рысь» собирает у Гомеля около 500 пар, среди их представники областного центра. В этом году у нас будет чемпионат очень высокого рейтинга World Open. Что это означает? Более высокий статус после этого только чемпионат мира и Европы. Поэтому мы ожидаем хороший очень состав танцевальных пар. К нам заявились пары, которые входят в лучшие пары 50
стран мира. А если в сравнении, то это рейтинг начинается от 1000 пар. Поэтому это пары очень высокого класса. В Латине это будет просто незабываемое зрелище, поэтому приглашаю всех, приходите. Открытие сусветного турнира по спортивных бальных танцах «Золотая рысь» отбудется 17 вересня у Палаца гульнявых видов спорту у 14 годин под живый аккомпанемент Гомельского городского эстрадно-духового оркестра. Закрытие 18 вересня у 17 годин у музычном сопровождении городского симфоничного оркестра. Дарыча набыть квитки на усе конкурсные и финальные шоу-программы зараз можно у кассах ГЦК, ДК «Фестивальный» и ДК «Костюковка». Ранешние выступления жадают обойдутся у 6 рублёв, дённые у 12. Вечерние будут каштовать 13 рублёв. Варто отзначить, у дни проведения открытого сусветного турниру по спортивных бальных танцах «Золотая рысь» отбудется розыгрыш каштовных подарунков для глядачов. Вероника Ворошилина, Настасья Кучинская, Максим Славин, телерадиокомпания «Гомель». Головное олимпийское досягнение Гомельской области, безумовно, серебряная медаль у боротьбе, яку завоевала Мария Мамашук. Наша спортсменка у Рио-де-Жанейро достаточно уверенно обошла всех соперниц, соступивши только у финале японцы Рисака Каваи. Мария только недавно вернулась у Гомель, и наша здымочная группа одразу завітала до ее у гости. Менавіта у этой новобудовле зараз дымая кватеру серебряный призер олимпийских гульнев у Рио-де-Жанейро Мария Мамашук. Кватера довольно маленькая, однако до этого 3 года Мария прожила у заводском интернате. Многие мясцовые жыхары нават и не здогадываются, что в этой стенах заховывается серебряный медаль Рио-де-Жанейро. Специальную полицию, правда, для головного спортивного трофея Мария еще не отвела. Все равно каждый день приходится кому-нибудь демонстрировать. Віншавання от шматликих сябров и знакомых начали поступать еще у Риа и протягиваются до гэтуль. А сама Мария только зараз начинает разуметь, який спортивный подвиг здійснила. Неутоевая ехала у Риа за перемогой, однако на всю дистанцию ее не хапила. Финал, конечно, огорчительный для меня и для тренера. Позорный финал, это грубое может быть слово, но оно так и есть. Но это мое мнение, и мне стыдно и перед тренером, перед своим, что за такой финал, что я не смогла показать большего, большей борьбы показать, это больше того, что я могу. Я знаю, что я могу больше, но, значит, где-то в какой-то, наверное, японка была сильнее меня и опережала меня, наверное, больше тактически может. Не хапіла яе звычнай хуткасці, не ўдалося навязаць сваю барацьбу. З японкай Марыя раней у баі сустракалася, аднак у Рио-де-Жанейро адчуваўся прагрэс, якога дабілася саперніца. Асабісты трэнер Марыі Сергей Смаль у свой час таксама заваяваў срэбра алімпіяды і марыў пра золата для сваёй вучаніцы. Трэнер быў очень злой. Он что там, я просто з кавра сразу вылетела, як пайшла, даже не забірала свае ні вещи. Ничего, потом вот, ну, естественно, сразу слезы, обидно стало, досадно очень. Вот он психанул, что-то там говорил, я просто не слышала, что, ну, что-то там с Олегом Яковлевичем, это главный тренер команды. Вот он что-то мне там сказал, и потом, обнял меня, поздравляю со вторым местом, все, и ушел. Той самый бой Мария покуль не глядела и признается, что еще месяц-два не будет. Потом, коли крыўда на себе пройдет, треба будет проанализовать выступление и сделать работу над помылками. Бо наступная мета для Марии снова олимпийский медаль, только уже золотый. Естественно, конечно, Токио ждет нас обязательно. Я хочу еще, ну, естественно, как будет, как Бог даст вообще, как здоровье будет позволять. Мало ли, что мы же такие люди, что ничего не застраховано. Что будет завтра, мы не знаем. А так, в планах, да, в планах еще одна Олимпиада, как минимум, еще одна. Зараз месяц на отпочинок. Мария марить про мора, а после снова тренировки, подрыхтовка до чемпионата света и Европы. Починается новый олимпийский цикл. Вольга Вальченко, Дмитрий Радянко, телерадиокомпания «Гомель». И опошне. Глядите сегодня на телеканале «Беларусь 3» черговое передвыборное выступление кандидата у депутаты Палаты представников Национального сходу Республики Беларусь 6-го скликания. С 19:00 до 19:25 у эфира выступление кандидата по Полесской окрузе номер 43. С 19:25 до 19:45 до выборщиков звернутся кандидаты по Мазырской окрузе номер 42. Нагадаем, выступления выйдут и в эфир на телеканале «Беларусь 3». Это все новины на этот час. Подробнее глядите в наших наступных выпусках новинов. До встречи в эфире.